Я снимал уже это видео про новую планку Slingshot. Сейчас вышла вторая версия. Я пересниму еще более в летней обстановке, потому что зимой, видимо, не всем интересно смотреть. В общем, парни сделали такую конструкцию, которая позволяет стропам не запутываться. Вот микс вот тут подшипника здесь и вот такой системы здесь как раз делает эту планку супер удобной для тех, кто делает много гайдлупов, даунлупов. Ну и, соответственно, для тех, кто катается на гидрофоле, то не надо все время вот это крутить, раскручивать косичку. Показываю. Сделали бэкролл, сделали второй, сделали третий. Окей, сделали четвертый. Едем. И раскручиваем. Оп, все ровно, никакой косички. Посмотрите сюда.